Роман Романчук против Луиса Ортиса Аларкона. Да, да. Это фирменный выход на ринг. Романчук перепрыгнул, я знаю, через третий канат. Через верхний канат. Через четвертый канат. Да, это его такой фирменный выход на ринг. Роман Романчук любит публику, а публика любит его. Ну, я вам скажу сейчас, что это будет. Да, очень хороший соперник. Да, вот нам показали выход Романчука. Приготовились, дамы и господа. Расслабились и получаем удовольствие. Да, крупные ребята вышли. Крупные ребята. Но я уже говорил, у Романчука очень мощная передняя правая рука. Он бьет туда справа просто прямой. По-моему, там Аларкону уже перепало. От всей широты души Романа Романовича. Но он не сломается. Справа хорошо сейчас. Нет, кубинцы редко ломаются. Не справа ломается, попал но... очень неплохо Романчук. Попал сейчас слева так. Снизу, сбоку. И полупрямой удар был. Неудобно они, да, оба правосторонние стойки боксируют. Ну, я вам хочу сказать. Романчук не сломался. Что делается? Попал справа, очень сильно попал Аларкон. Ну и пропустил не слабо. Да, пропустил не слабо тоже. Пошло. Вот так. Попал, а вот сейчас. Попал. Почувствовать надо. Да, нашла коса на камень пока. Хорошо, с левой руки попал. И еще по корпусу, и в голову. И еще в голову. О, нет, вот это... Не, ну я скажу, Романчук просто так не отдаст. Хороший кубинец. Ну, бой идет тут, я не знаю, то... Ох ты! Слева на левую бьют. Просто да. Очень опасно, очень рискует. Да, публика в восторге. Попал сейчас Романчук. Закончил раунд. Вы знаете, все это хорошо. Эмоции, характер. Но мне кажется, Романчук стал делать ошибки. Он перестал выходить из боя правой. Ну, очень открытый бой идет. Если бы он все-таки заканчивал правой рукой, передней рукой правой, сбоку или прямой, он бы попадал и все бы закончилось. Ну, вот вы же сами сказали, левый на левую. Там идут, а там идут, да, кто сильнее вдарит, но это неправильно. Он выше ростом, он мог удержать дистанцию нужную. Но уже пошел открытый бой. Уже здесь я понимаю, что остановиться невозможно, когда открытый бой пошел. Я понимаю, но просто... Я только заодно радуюсь, чтобы в углу ему сейчас сказали, чтобы он работал не столь открыто. Сейчас за минуту остынет. Правильно вы сказали. И еще просто в голове у секунданта, у боксера счет 5-4. Одна победа. Я понимаю. Поэтому такое, очень сложно. В голове, вот да. Сейчас посмотрим, остановили его или пошел дальше обмен ударами. Но тут уже кто сильнее, кто выдержит. Я не знаю. Здесь уже тут... Очень сложно контролировать исход этого поединка. Вытереть. Угу. Это не ерунда, кстати. Удары соскальзывают. Так, ну. С нетерпением ждем продолжения банкета. Вот что про правую я говорю. Я говорю про правую. Вот он, когда ее включает, она все проходит. Да. А бьет он очень тяжело справа. Да, справа, боковой. И у него и джеб-то... Убийственные справа. Александр, велико напряжение каждого боевика. Мы даже... Давно мы такое не видели. Да.
достал сейчас Кубинец, но все-таки Роман точнее, больше попаданий у него. Ну, надо побольше ударов. Ну, вот, вот заканчивает вот, хорошо. Ох, как напряженно, да? Мы с вами даже... У нас в горле пересохло, по-моему, обоих. Александр, я, вы знаете, мы с вами там, на ринге. И вот... И хочется помочь. Но... Ну, как тут помочь? Как... Могут помочь только секунданты. Так, ну, кажется, снова пошла открытая рука. Не потеряться здесь, не потеряться, да. Не потеряться. То есть не забыть, не надо, руки подними, не забыть. Не забыть про свою правую руку. Мощное оружие в руках Романчука. Слишком откровенно, слишком откровенно. Опа, вот, хорошо. Вот он когда бьет справа. Справа, справа, вот этот сбоку, чуть снизу. Удар прошел. Мощный удар. Мощный удар, да. Что там такое? Вылетела капа. Вылетело или выплюнуло, интересно? Нет, вылетело, потому что был удар в это время справа, такой полуснизу, полусбоку, как вы сказали. Да, да, да. Вот оружие Барановчука, это правая рука, мощная, сидит справа, вот. Вы совершенно правы, ему нельзя зацикливаться на левую, нельзя, на удары слева. Нельзя, нужно заканчивать справа все атаки. Он же бьет, как из пушки, да. Справа. И он выходит из боя, и он начинает сразу попадать. Когда вчера он в нокаут ударом справа послал. Да, публика в восторге. Тут я в какой-то момент перестал слышать сам себя и вас. Вот только два раунда позади, еще два раунда осталось. Еще все может быть в этом бою. Все может быть, все. Потому что на фоне усталости любой более-менее приличный удар может поменять, потерять все, ориентацию. Да. Я имею в виду ориентацию в плане подвижения на ринге. Я понимаю, что не сексуальная ориентация. И когда человек устает, и когда он пропускает удар, вы знаете, и в такой прострации начинает находиться, это очень сложно. Усталость плюс мощный удар и... Ну, посмотрим. Посмотрим, что здесь будет. Да. И потом, смотрите, вот сейчас замедленным действием мы смотрим, как Романчук заканчивает правую руку. Третий раунд. Я что-то так волновался, что думал, что это уже заключительный раунд сейчас будет. Ну, смотри, девушка несет только... карточку с цифрой 3. Хотел ударить Романчук сейчас, хотел ударить. А вот когда он это делает, да. Опа. Вот когда бросает. Все. Нет, еще думаю. Нет, когда бросает правой рукой. Смотрите, что он делает. Смотрите, вот попадает. Ну, и после этого уже легче прицелиться слева. Сейчас неожиданно по корпусу атаковал Кубинец. Но. В этом раунде большое преимущество у Романчука пока. Вот очень правильно на углу подсказали. Передняя рука, передняя все время бросает. Вот, согласитесь со мной, когда бросает, он попадает. Как он только останавливается. И, да и Кубинец устал. Устал. Нет, ну конечно, он напропускался. Напропускал. И он ниже. Ему тяжело. Я думаю, что бьет Романчук все равно сильнее. Значительно. Еще очередной удар слева попал у Романчука. Вот это тяжело, вот эта возня, она ничего не решает. И пускай возится, идет время. Мы все равно идет за Романчука. То есть в пользу Романчука. Выигрывает бой Романчук. Но, господи, еще все может измениться. Получает предупреждение Кубинец. Ну не оставайся, не оставайся. И спешит его отыграть. Все равно разница очень большая.
пропускает. Хорошо, а там сейчас слева удар мощный был от Романчука. Ой, как и хорошо, еще, сейчас и еще. Три раунда позади. Какой-то совершенно сумасшедший счет по ударам там. И какие тяжелые удары. Да. Какие тяжелые удары. Да, вот человек классный, вот классный бокс мы видим. Наконец-то четвертый раунд. Темповой. Были большие мастера. Вы знаете, такой захватывающий. На последние секунды не зная, что выиграет. Мы ждем, не дождемся, когда начнется и закончится четвертый раунд. Мне кажется, что кубинец очень устал. Какой-то у него измочаленный вид. Сейчас вот он сидит в углу, прямо напротив нас. Мы знаем силу удара Романчука, пропустить столько ударов. Вот даже вот здесь мы видим в записи, точнее бьет Романчук. Да, да. Нет, но преимущество Романчука и большое преимущество. Не вызывает сомнений, особенно в последнем раунде. Ну, постарается Кубинец сейчас, наверняка ему сказали, пойти, отдай все, что у тебя есть. И сейчас нас ожидает напряженный третий раунд. Четвертый, последний раунд. Да. Пошел Ортис Аларкон вперед, но пока так на так примерно. От этой его тактики. Ну, попал, Роман, попал. Нет, ничего не получится у Ортиса Аларкона сегодня. Ничего не получится. Роман Романович принесет победу нашей команде. Посмотрите, как идет сейчас Аларкон. Вы знаете, мы впервые между раундами обратили внимание с Александром на господина Сагара. Да. Это величайший, великий. Посмотрите, как он жалко его не видит. Он скучный, несчастный. Да, не ожидавший. Печальный. Нет, ну здесь опротестовывать нечего. Да, здесь было все честно. Еще минута. Ну, что дальше? Ох, там хорошо, слева, еще. Нет, ну тут уже никакой защиты ни с той, ни с другой стороны. Просто... Левой на левую. Да. Кто кого? Левой на левую. В общем-то, такой бой, конечно. Обмен ударами. Боже мой, счет 60-45. Я такого вообще не помню. Я говорю, просто обмен тяжелыми ударами. Минуя всякую защиту. Сейчас, по-моему, не мог... Аларкон уже дождался команды, без всякой команды обошелся. Нет, ну не надо пропускать, так и упасть можно. Да не упадет. Не упадет, перестраховываюсь. Александр. Все, какой там... Если бы купился бы уронить бы. Да не думаю, что... Вот так. Уронил, все правильно уронил, сделал, придавил остатки сил. Роман Романович, поздравляю тебя с победой. Ну и ура! Мы победили! Мы победили! Это первый раз! Нет, на банкоте было еще. Нет, истории. Клуб Актерский держав, России и Кубы. Первая встреча в сборной России, сборной Кубы. И мы одержали историческую победу. Мы сборная команда номер один в мире, Александр. Мы победили.
Роман Романович, отдельное спасибо. Вот 64-47. Победил Роман Романчук. Победила сборная России. Победили все мы, дамы и господа.